На певческое поле поздравить ветеранов приехал префект Северо-Восточного административного округа Валерий Виноградов. С большим удовольствием и с огромной честью я хочу поздравить всех нас с этим великим, славным праздником. Ура! Дню Победы! Фронтовиков и гостей праздника порадовали своим выступлением певческие и танцевальные коллективы. Переодевшись в солдатскую форму, парни кадрили девушек. Молодежь перед выступлением весело зазвучала. Ветераны обменивались впечатлениями и пели под баян песни военных лет. Повара полевой кухни приготовили для всех желающих армейской каши, за которой выстроилась огромная очередь. Вкусная!